Привет, у микрофона Apple Explosion. Пожалуй, все хоть раз слышали о знаменитом цикле комиксов «Ходячие мертвецы» и снятом на его основе сериале. Поразительный успех франшизы вряд ли оставил кого-то равнодушным. Российская компания Nova Games решила воплотить свое видение мира после апокалипса в мобильной игре «Кусай». Игра представляет собой весьма своеобразный тайтл в жанре логической пошаговой PvP, над которой стоит подумать. В его основе лежит конец света и жизнь после него. Итак, на Землю упал метеорит, и его осколки превратили всех обитателей в монстров различных рас, основной целью которых является укусить противника и тем самым превратить его в себе подобного. На деле все происходит весьма весело, схватка с противниками происходит на поле, которое разделено на ячейки. При переходе на клетку рядом с рогами наш персонаж кусает и превращает их в своих. В нашем распоряжении есть 6 рас, каждая со своими способностями и особенностями. Ну а наша главная миссия – кусать врагов и расширять свое войско. До того момента, пока вся карта не окажется заполненной. Чем-то это напоминает прокачанные супершахматы. Вести бой в игре совсем непросто, да и получается это не сразу. Но на помощь игроку приходит умелый туториал, который покажет базовые возможности игры для новичка. Стоит также отметить, что игровые поля заметно отличаются друг от друга. Дизайном, размером, формой, а также присутствием на поле игровых объектов, таких как, например, плодилки. Они, кстати, добавляют на карту по одному существу вход и тому подобное. Также существует определенная система доступа к каждой компании. Для того, чтобы приступить к выполнению очередной миссии, необходимо заплатить энное количество монет. Как и в большинстве других игр, монеты начисляются игроку за прохождение уровней. Чем лучше и быстрее мы расправимся с противниками, тем больше денег получим на выходе. Таким вот образом и получается, что ты заинтересован в наилучшем результате и можешь проходить один уровень снова и снова, чтобы получить доступ к новым компаниям. Явным плюсом головоломки является тот факт, что даже возвращаясь к одному и тому же уровню, игроку не станет скучно и не будет ощущения однообразности. Ведь результат схватки зависит от него самого, и каждый раз битва разворачивается по-разному. С расами тоже не все так просто. Персонаж, который укусил 5 противников, превращается в супер-юнита и получает суперспособность. У каждой расы она своя. При наличии хотя бы одного супер-юнита победить будет гораздо проще. Особого внимания заслуживает игровой раздел «Арена». Ведь это то самое место, где мы получаем возможность вести поединки со своими друзьями или просто другими игроками в одном из двух режимов – офлайн или онлайн. С офлайн все понятно. Онлайн-арена предоставляет возможность приглашать на поединок своих друзей. Но я приглашаю вас. Переходите по ссылке в описании и качайте игру, которая получает от меня 5 звезд. И добавляйтесь в гейм-центр, будем играть вместе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в социальные сети, ссылки на которые есть в описании, и распространяйте свою расу. Пока!